You have passed the 13 gates. Мне так нравится, когда игра начинается раньше, чем появляется возможность включить субтитры. Your stake is wagered. I refuse none who come here. Что у него с лицом? Чувак, зачем ты жуешь свою маску? Ты что, Саакашвили? Прекрати это делать. Hola, amigos, в общем-то, как вы поняли, это снова я. А я, как вижу, это снова вы. И это игра Hand of Fate или Fate of... Короче, Рука Судьбы. В описании к игре написано, что это карточная игра. Всем играм игра и всем картам карточная. Прям такая карточная игра, что все остальные карточные игры просто и не карточные, и не игры вообще. Чё-то типа того, короче. Ах, субтитры сами появились. Да-да, спасибо, что ты не пытаешься сожрать свой воротник. А где настройки? Можем посмотреть настройки? Эй. Типа графику подкрутить, чтобы у него лицо было менее треугольное. Геймпад, вибрация. О, вибрация. Можно мне вибрацию кресла? Нет. Ретарн. Список лидеров, настройки, настройки. Настройки или настройки? Какие бы настройки настроить? Вот одни настройки как бы не настолько вот настройки, как другие настройки настраивают, потому что, ну, другие настройки, они вот самые настраиваемые. Я просто балдею. Ладно. Дадим этой игре еще один шанс. Ну, давай. Раздавай, чё козыри? Валет пыли? Какой нахуй валет пыли? Это чё за мазь такая, придурок? Валет пыли. Предводитель разбойников сильнее и быстрее большинства разбойников, потому что они, те разбойники, не такие разбойничные, как этот разбойник. Вот он-то разбойник, бля. Так, что попадались вам на пути, он может впасть в ярость и наносить сильнейшие удары, которые невозможно блокировать. Кроме того, он вдохновляет своих последователей. И те воруют у вас золото при каждом ударе. Угу. Хорошо, ну давай. Давай в блэкджек смахнемся, а? Блять, да так даже Дэвид Блейн не умеет, ни хрена ты мочишь. Чувак, о каком цвете я сейчас думаю? Так. Пусть карта укажет тебе путь. Надо угадать, где карту, которую я задумал, да, или что? Но мне можно выбрать пока только эту карту. Это карта Дева. Дама, тёлка, ну. Неудивительно, что эта встреча все еще свежа в твоей памяти. А, так это я, блин, подожди, это же я к гадалке пришел, походу, он гадает мне. Или мы играть будем все-таки? Однажды в тенистом лесу вы встречаете эльфийскую деву. Она останавливается, чтобы приветствовать вас. Шел с улыбкой здоровяк по ночному парку. И я Мерет из лесного народа. Мерет, мы уже давно помогаем смертным на этом плане бытия. На этом плане бытия. Интересно, если я еще раз прочту фразу «на этом плане бытия» раз 10, я пойму, на каком нахер плане. Походу, она сама под планом, что такую хрень несет. Какой награды ты ищешь? Подожди. То есть, я встретил деву леса в лесу, она под планом бытия, и я за это еще какую-то награду хочу. Я хочу вдуть эльфийки. Ой, это она вот так выглядит, страшная баба? Нет, я не хочу вдувать. Хочу долгую жизнь. «Как пожелаешь», — произносит Мерет и взмахивает рукой. «Ваше тело окутывает сияние. Сдающий дает вам одну карту. Максимальное здоровье карты добычи». Херня какая-то. «И блеснул во мраке нож, и раздался хохот. Прямо сейчас и прямо здесь будет тебе 5 единиц здоровья». Ништякидзе, спасибо тебе, тёлка из леса. Классный у тебя единорог, только обкуренный немножко, палитесь. У вас глаза треугольные у обоих. Глаза начитанные и начитанные. Так, и я просто, блядь, хожу с карты на карту и ничего не... Извилистый каньон. Воистину, ничто с этим не сравнится, с извилистым каньоном. Вот прямые каньоны, они тоже каньоны, но не извилистые. А вот извилистый каньон, он вдвойне каньон. Самый каньонистый каньон. Вы видите клинок, сверкающий на солнце. Он лежит рядом со скелетом на дне отвесного ущелья. Стены ущелья увиты плющом. Спуститься по ним легче легкого. Спуститься вниз и достать клинок, по-моему, это очевидно. Успех, успех, провал. О. Ну давай. Ха-ха.
Не получилось его меня объегорить, потому что я... Я еще в 90-е таких лохов, как ты, в наперстке уделывал. Давай дальше. Ну, карта оружия, это хорошо. Топор. Топор, урон 25. Во время боя нажмите левая кнопка мыши, чтобы атаковать. Ржавый топор, урон 20. Чтобы атаковать, во время боя нажмите левой кнопкой мыши. Да я понял, ёптвою мать. Почувствуй этот момент. Теперь станет эффективнее в борьбе. Выбери следующую карту. Отлично. Господин Лайонел. Лайонель Месси. Вы наслаждаетесь ужином в местной таверне, как вдруг рядом с вами присаживается чудной старик. Он довольно чувствительно бьет деревянным посохом вам по плечу, чтобы привлечь ваше внимание. Вы оборачиваетесь и понимаете, что это Джабба с планеты Набу. Посмотрите, реально жаба в капюшоне. Это гоблин, плохо замаскированный под человека. И его морщинистое лицо расплывается в улыбке, а в глазах пляшет искорка безумия. «Я господин Лайонел, если предоставишь мне то, что я прошу, я наколдую тебе, что только захочешь. У меня даже колдовской посох есть. Я сам сделал». «Никогда с крутыми я не пил». Так. Он безудержно гогочит несколько минут, потом затихает и терпеливо ждет вашего ответа. Что-то у меня очередной простудифилис, пришлось чайку налить. Так, дать ему хлеб с вашей тарелки, дать ему 20 золотых, которых у меня нету. Спросить, что ему нужно, игнорировать гоблина. Надо спросить. Нужно? Мне нужно тебе помочь. Он стучит посохом по полу, и у ваших ног появляется щит. Держи, старина. Он одаряет вас теплой улыбкой, оскалив кривые желтые зубы. Ты так похож на моего сына. Мы с тобой раньше не встречались. Щиты с этой особенностью позволяют герою отражать снаряды на атакующего. Действие должно быть выполнено строго в нужный момент, когда снаряды близко. Нажмите Q, клавиша, чтобы... Блять, это ж попробуй все запомни, хуйня какая-то. Так... Контратаковать врагов, все хорошо, я все понял. Вы не успеваете ему помешать, и он с нечеловеческой скоростью хватает с вашей тарелки маринованный лук и выбегает из таверны. Сука, надо было ему хлебушка дать. Лучше уж хлебом отделаться, чем лук. В луке витамины. Лестница, вау. Каждый шаг уменьшает запас еды, но немножко меня лечит. Конечно, лечебная ходьба. Жопа стройнее. Вы обнаружили выход из этой области. Повернуть обратно. Да ни хера не понимаю. Начинается новая глава ваших приключений. Слава яйцам. Так, выберите следующую карту. О, он говорит, что я уже выигрываю. Ну что ж, хорошо. На что мы играем, напомни? Засада. Ну вот, блять, начал жульничать, сука, шуллер. А чего ожидали от карты под названием «Засада»? Ну, от того, что засадить можно кому-то, например, нет? Легкий шорох за спиной. Все предупреждение, которое вы получаете от грозящей вам смертельной опасности. Потянуть карты один монстр. Ну, давай. Пыль. На меня нападает пыль. Тройка пыли на меня нападает, ну... Игра вот в этих моментах, игра, блядь, лагает просто, сука, нечеловечески. Я думал, что эта загрузка никогда не закончится, на самом деле, потому что игра зависла. Движение ВАСД, ошеломление, атака, уклонение, контрмера. Хорошо, я понял. Нихуя себе карточная игра. Да я их просто вообще разнес, эту шайку-лейку, они унизительно проигрывают. Нихера себе, вот это мы в карты играем. Я стесняюсь спросить, при чем тут вообще карты? Причем этот главный герой похож на чувака из сериала «Викинги». На как его, Рагнар? Почему-то...
Рагнар популярное среди этих викингов имя. Я помню игру Руна, там тоже Рагнар или Рагнарёк, ну, наверное, слово «конец света». Если Рагнарёк — это конец света, то Рагнар — это, наверное, просто конец. Так, обыскивая место битвы в поисках ценностей, вы вдруг понимаете, что один из противников лишь притворяется мертвым. Подкрасться и перебить противников. Бежать. Нахуй не бежать-то. Я их отпиздёхал просто, как ему не снилось. Так, ну... Довольно очевидно, он карты перемешивает, я хочу сказать. Один удар по голове и все. Больше не притворяется. Вы заканчиваете обыск. Сдающий дает вам карту. Три карты добычи. Вытянуть арсенал. Ты должен благодарить меня. Меч, 23 урона. У меня есть ржавый топор. За что мне тебя благодарить? Желаете ли вы экипировать карту меч? Нет, она слабее, чем мой топор. Три пищи. Трепещи. Трепещи, понял? 15 золотых. Это хорошо. На что непонятно, на что тратить эти деньги. Извилистый путь. Засада не очень честно, правда? Вторая засада, что ли? У тебя кроме засад там какими карты ожидаются? Вдруг перед вами с треском падает дерево, преграждая путь. Сдающий дает вам одну карту. Карта монстра. Опять тройка пыли. Ты хоть из другого рукава попробуй карты подоставать, может хоть разные будут. И сейчас опять будет зависон. А нет, в этот раз она быстрее просралась. В прошлый раз она зависла, игра зависла просто как моя кошка. Моя кошка частенько сидит и смотрит, не моргая. Непонятно вообще, что она хочет. Ну что, давайте, еще у вас шанс. Управление в игре очень простое и легкое, как вы видите, что когда надо нажимать Q, вам просто с яркостью прожектора дают понять, когда надо это сделать. Ну, видите, в сухомяточку я их развалил, пока я вообще не понимаю, в чем прикол игры. Это как игра типа логик, стратегия, еще что-то. Вы обыскиваете трупы и забираете все ценное. Шлем исследователя. Шлем конкистадора, я бы так сказал. Раскрывает проход по лестнице при входе на уровень. Да, ёб твою мать, давай. Все, давай мне. Трепищи. Опять трепищи. Тряпки. Трепищи. Получить 40 золотых. Я богатею с каждым шагом. Ну давай, засада, да? О, лавка. В тенистой роще в стороне от тракта вы встречаете бродячего торговца, который рад совершить сделку спутником. Наверное, он, сука, наркоту там банчит, падла. В простых лавках можно найти самые разные товары. Целебные снадобья. Но их цены чуть выше среднего. Пошел ты в жопу, торговец. Мне ничего не надо, я иду дальше. Нахрен мне такое наебалово. А вот и валет пыли. Предводитель разбойников. Давай, выходи. Инница, будем родня на родню, блин, давай. Такие люди подобны темному. Именно на них получают лучший инструмент. Я не понял, что он там опять мне какие-то значки какие-то показывает, как будто в кэпсы со мной решил сыграть. О, четверка пыли. Четверка пыли и валет пыли. Пыль-то в кресте, наверное, да? О, он выглядит довольно бойким. Но по виду все равно он алкаш у ларька. Некоторые атаки нельзя атаковать или отразить. И все мы поняли, что это атака вальтопыли. Блять, ну куда ж ты прыгнул-то, а? Отойди, валет пыли. Заебись от меня. Валет пыли пропустил один. Удар щитом. Щитом в щи. Ну давай, лежачего. Видели, я лежачему просто по яичкам обухом втащил. Да, я не знаю. Эта игра рассчитана на людей с ослабленной реакцией. С очень ослабленной реакцией.
Потому что не увернуться от его ударов, просто я не знаю, кем надо быть. Вдобавок ко всему включается slow motion, когда он замахивается, то есть совсем все тупо. После Dark Souls смешно, блять, ну вот два кувырка было вообще не в тему. Ну, короче, понятно, это был мини-босс, но сдох он как абсос. Валет пыли. Надеюсь, я его саблю заберу, у него шашка атаманская прям, ну. Его давно ждали могильные черви. Возможно, эта бедная душа наконец-то успокоится. Первый из воинов ушел в шкатулку, но это лишь начало пути. Тебя ждет 11 противников, да, вот эту. Зал мертвого короля. Местная крестьянка. О! Капитан гвардии. Да короче, все, открывай, да и все. Река, валет черепов. Выбор дьявола. Оу. А это что? Баланс должен соблюдаться всегда. Отчаянные меры. Дыхание стойкости. А, средняя броня. Цепи ярости. Контракт наемника. Средняя броня. Цепи ярости. Дильда скорости. Вибратор мощности. Наручники пошлости. Нападение разбойников. Гоблины. Лабиринт ловушек. Давай уже, тасуй быстрее, я только во вкус вошел, нахерачивай. Отлично, теперь ты знаешь правила, можем начать серьезную игру. А, так это ты типа тренировался. Бесконечный режим. Давай, режим приключения. Да, что надо? Валет черепов. Ну давай, вальта черепов мочканем. 3 умножить на 2 черепа, 3 умножить на припасы. Нихуя не понимаю, вот что эти колоды какие-то, не колоды. О, господи, блин. Выбор дьявола, давай. Это закрыто, крестьянка, вот это. Мне похер, чувак, где кнопка случайно? Я готов на все, мне пофигу. Все, мне нечего больше выбрать, давай. Ну. Я не понимаю, что от меня хотят. Встреча новая, ну и что? Ну, а, назад, наверное, надо нажать. Вот. А, вот, рекомендовано, да. Продолжить. Назад колоду. Да какую нахер колоду, блин? О, господи. Я думал, что он карты раскладывает. Я-то нахера их выбираю. Я хочу неожиданности. Мне плевать, в каком они порядке будут идти. Слышь, я эти фокусы уже видел. Ты раздавать будешь, нет? Бандит, ёпта. Скоро одноруким еще станешь. Я что-то вообще нихера. Мне, видимо, до усрачки чужда эта тематика. Вот эти карты, не карты. Да насрать не давай, дева. Ну чё, дева, блин. Это которая однажды в тенистом лесу встречает. Да. Попросить припасов, попросить золота. Попросим долгой жизни уже. Это, блядь, не то же самое у меня началось случайно. Ты ублюдок, ты мне новую колоду можешь раздать? А, 10 единиц здоровья теперь. Засада, да? А, господин лояльный... Блядь! Я чё нахуй наж... Ой, блядь, дерьмо собачье. В этот раз я ему хлеб дам. Так, да, опять щит. Отлично. А, то было обучение, а вот теперь уже пошла игра засада, да? А, нет, смотрите, капитан гвардии. Вау. Впереди раздается крик и слышен шум сражения. Вы бросаетесь вперед и видите воина, окруженного нежитью. Ну... Двойка черепа. Ага. Незнакомец зовет он вас и бросает вам свое оружие. Вот вам моя булава. Покончите с этими отродьями. А сам помер, да? Булава 27, спасибо. It's a lump of iron on a stick. Not terribly subtle. Да, ну что ж. Размахни. Опять игра подлаганула, сделала мне обрезку видео.
эта игра делает обрезание почище, чем еврейские раввины. Ну да. О, булават на вид просто прям вообще орудие смерти. Ой-ой-ой, нифига себе. Понятно. Тупой герой даже махануть в ту сторону не догадался. Так, что-то вы меня окружили, мне вообще не нравится. Ой, ой. Это просто шаталити какой-то. Труба шаталити. А, да, они были растерзаны. Ну что ж, один раз по мне попали в пятером-то. Считаю, итог боя неплохой. Ну, что дальше? Спасибо, что покончил с этим. Булаву оставь себе. У нас в Кадере таких достаточно, говорит он, медленно поднимаясь на ноги. До нас дошли слухи о том, что в королевстве появилась нежить, и я решил лично расследовать это дело. Он осматривает обломки костей вокруг. Тут их больше, чем я ожидал. Видимо, здесь поселилось очень могущественное зло, а с ним пришли его слуги. Мне надо возвращаться в столицу и обо всем доложить герцогу. Будьте осторожны, да беги, трус псаный, блин. Token is yours. Well done. Фишка, которая принадлежит мне. Я уже выиграл у него две печеньки. Видимо, это раз, два, три, четыре. Пятиугольные такие ЛСДшные хреновинки. Какая-то лестница опять. Эти обратно, это что, опять по этим же картам? Нахрена мне это надо? Да, я думаю, я лучший, походу. Нападение разбойников. Внезапно на вас нападает банда разбойников. Король пыли не позволит безнаказанно убивать его людей. Сдающий дает вам одну карту. Карта была монстра. Двойка пыли. Ой, ну двойка пыли это вообще двое, значит, да, врагов пыльных. Да, раз, два. Скажите своему королю, чтобы сразу десятку выслал, потому что что-то вообще неинтересно. Бей лежачего, нахер. Отойди, ты мешаешь мне пиздить лежачих. Ой, по яйцам пропустил, да? Ну, бывает, извини, тут рефери нету. Вы слышали этот звук такой чугунный? Эти яичишки у него были что надо, но все равно с ноги удар не выдержали. Среди трупов вы находите обрывок пергамента с описанием вашей внешности и предложение вознаграждения для короля пыли. От короля пыли, сдающий дает вам одна карта добычи. Да. Понятно, золото. Ну, давай еще. Засада! Странствующий маг. В тенистой роще в стороне от тракта вы встречаете бродячего торговца, который рад совершить сделку с путником. Ну, подойдем к прилавку, давай. Привет, на видеть добрый человек, у меня найдется немного полезного для вас. Немного полезного для бесполезного, но... Если ты задумывался, зачем... Так, вот тебе ответ, мы подошли к самому сердцу этой игры. Зачем я собираюсь... Так, пробежка от награды до чего? Что я ему могу продать? А, топор, значит, я просто выкинул. Купить еды, купить предметы, ну давай. Колпак грабителя. Когда вы тянете карту припасов, вы получаете две карты. Что это? Да ёб же, что налево. Куда мышка-то, блядь, пропала? Ёб твою мать. Пиздец какой-то. Мышку-то верни. Так, ход конем, подключаем джойстик. Ищем кнопку отмены на джойстике. Вот на джойстике есть кнопка отмены, а мышки, блядь, не было. А, все, стрелка мышки пропала. Охуительно. Классная игра, она мне, блядь, с каждой минуты нравится все больше. Похоже, этот странствующий торговец заколдовал мою мышку. Пошел ты к черту, странствующий торговец. Пошел в задницу, придурочный. Поменьше бы таких членососов, как ты, встречать. А вот мышка снова появилась. Это будет уроком. Не подходи к ебанутым странствующим торговцам магии. Ловушка. А, лабиринт ловушек. Сможешь ли ты? Да, о, наконец-то что-то интересное. Давай. Вы нашли сокровищницу гоблинов. Желаете ли войти? Не входить в пещеру? Да, войдем в пещеру, конечно. Я не в такие пещеры входил, видел бы ты мою бывшую. Ха-ха-ха.
Я накидываю эти карты, это моя экипировка наваливается мне на голову. Вау. Ой. Так, пробел, кувырок, хорошо. Ой. Так, а пукан поджечь недолго. Так, а это что? Как это говно работает? Ой. Понятно. А, знаете, для ветеранов, таких как я, которые еще в «Принца Персии» на Денди играли, это просто детские ловушки. Ну. Да. Да, пошла. Я сейчас вот эту пиздюльну получил исключительно потому, что мне уже лень тут бегать, мне неинтересно. Ну, а разбить нельзя этот кувшинчик? Можно. На. Игруля-то детская. Никакой сложности не вижу. А, преодолев ловушки, вы забираете содержимое сундука. Три карты добычи. Давай. Псевдокарточная игра. Очень классно. 15 единиц здоровья. Получить 15 золотых. У меня там какие-то лечилки были, нет, как Хьюз-то. Мы открыли сундук, но ловушки не сработали, и вы спокойно выходите на поверхность. Теперь эта карточная фишка принадлежит вам. Давай мне в блюдечко. Оп. Эх, гульну сегодня. Извилистый каньон. О, опять. Оно живо в каждой игре. Это мгновение, с которого все началось. Я всю жизнь имею дело с этими картами. И все это время здесь был этот каньон, Нига. А вы видите клинок сверка... Блять, опять клинок, ёб твою мать, одно и то же. Да, спуститься и забрать, почему нет? Следим вот за этой картой. Смотрите, она... Оп, сверху, вот она. Вот неудачная карта. Ха-ха-ха. Да, бля, я не знаю. Если бы у меня, не знаю, глаза друг на друга уверенно смотрели, может, я и промахнулся бы. Ну, давай, что там за оружие? Ну, давай, я жду. Меч, 23 урона. Продолжить. Нет, засунь себе его в туз. В тузан. Лестница, ура. Пища. Всю пищу мне обнулил, кстати, уродец. Валета черепов надо убить. И мы продолжим игру. Ну так давай его сразу выкладывай. Ой, смотрите, когда нету пищи. Гоблины, новое. Коренастые слабые гоблины выживают не за счет силы или запугивания. Они полагаются на более коварные методы, они воруют у вас вещи, пока вы спите. Я не буду спать. Победи, эта фишка твоя. Однажды ночью вы проснулись и обнаружили, что в ваших вещах рылись гоблины. Как только вы пошевелились, они тут же сбежали с вашим снаряжением, к тому же вы лишились припасов и золота. И чего? Этот гоблин обладает рылом улыбающегося чеширского... Не, ну реально, чеширский кот улыбается, смотрите, в бандане. Два гоблина. Видимо, опять будет драка. Эта игра, кроме драк и лабиринтов, ни на что не способна, но... Ой, у него была, а как у меня, смотрите-ка. А, это он мою спиздил. Ну, говнюк, бля. За булаву сниму голову, ептать. А ты куда собрался, пиздюк? У меня не может быть столько вещей. Представляете, какой у него баул? Мне кажется, это чужие шмотки. А ты куда, маленький крысёныш, собрался съебанца сделать? Я чего падлу это? С моими манаточками хотел свинтить. На черкизоне продать хотел, да? На горбушке? Да. Это, конечно, миссия еще тупее, чем бой, потому что гоблины сдачи не давали. Нахрена мне нужны эти печеньки? Смотрите, он кинул еще одну, но больше их не стало. Шулер. Я вижу, что как он жульничает. Ну, давай. Что это? Выбор дьявола. Помните эту рекламу пива? Какое, Фауст, ты предпочитаешь? Хочу Балтику девятку.
Ваус, ты что, ёбнутый? Слова твои пустые обещания, придурок. Ты не демон, не бывает договору. На вашем пути возникает дьявол, закутанный в длинный плащ. Это, наверное, я сразу Диабло 2 вспоминаю, где он там по болотам шел. Я пришел испытать твою мощь, так называемый герой. Выбери своего противника, давай. Давай сразу, блядь, 8 человек. А чё 2 по 2, аж 4 взял? Так, значит, вот, кто тебя больше устроит. Что ж, будешь сражаться с другими. Так забавнее. Ну ты и дебил. Ну и пошел ты в жопу, мудозмон. А вот это, смотрите, что это за карта с лент. Гоблин так 2 руки держит, как будто за сиськи кого-то сам себя схватил. У меня опять пропала мышка. Кондёха Веселена! У них такие долгие замахи, что это что-то. Ну и скелеты принялись греметь костями по всему уровню и были просто защемлены. Что это у меня за свиток там сзади, где в колчине для стрел? Ну, что дьявол мне дает? Превосходно! Воскликает дьявол. Ты выдержал мое хитроумное испытание. Получи же за это сокровище. А может, в следующий раз я тебя самолично убью. А, сдающий дает вам карты добычи. Теперь ты, короче, фир, да. Получить 5 пищи. Вытянуть снаряжение. Давай вытянем. Дыхание стойкости. Каждая третья встреча не требует пищи. Нажми... Чё? Так этот щит лучше, чем тот, или нет? По-моему, то же самое. Просто пищу экономит. А боевые характеристики все те же. Все еще 4 фишечки я вижу там у себя. А то приглядеться на нашу 4-ю. О! На самом деле я видел в комментариях, что пишут уже, что игра такая прям вообще затянула, еле оторвался. Я не знаю, может это может первая игра в жизни того чувака, который от нее еле оторвался, но, по-моему, я ничего сверхвыдающегося и суперинтересного не вижу. Я бы это даже, знаете, даже карточной игрой не назвал. Это просто рандомизация, полный рандом, замаскированный под карты. То есть вы не выбираете там, да, что-то, какой-то маршрут свой, да, среди этих карт, вы все равно идете от карты к карте, вы все равно откроете их все. Поэтому, что я жму на эти карты, что они сами бы мне выпадали, я разницы вообще не вижу. Вот единственный момент. Просто как у Якубовича штуки со шкатулками, вот, спорим, неудачная карта. Пиздец. Ой, бля. Ты хоть, не знаю, как-нибудь... В жопу, да, что тут говорить? Все и так все видят, да? Короче, я не знаю. Объясните мне кто-нибудь, в чем прикол? В чем прикол этой игры? Боевка тупая и примитивная. Странствующий ремесленник. Да на... А нахрен мне нужен? У меня и так все хорошо. Когда я встречу врага, которого не смогу побить, тогда я буду думать. Ну, валет черепов, вот еще один босс. Да, да, эти самые опасные, самые жопастые, давай. Скелет Дон Кихота какой-то, блин, судя по карте. И с ним 4 черепка. 4 черепадлы выходят на бой. Да, да, валет черепов. Ух ты, ух ты, ух ты, о господи. Давай, пошли пиздиться. А у меня щит уже просто башенный. Щит башенный, герой безбашенный, вперед. Ох ты, у них там еще и скелет с ружьем, вот это вообще прикол. Надо им первым черепушки свернуть. Лох косой. А, он их воскрешает. Вот говнюк, блядь, хитро выебанный. Да, вот и готов. Босс.
Пуля летит очень медленно, кстати, тут все медленно. Они медленно бьют, медленно стреляют, даже когда стреляют, пуля летит очень медленно. И несмотря на то, что он уже поджег фитиль на своей аркебузе, она не выстрелила после этого. Что, где раненый-то? Добивайте лежачих! I did not realize you were such a fearsome adversary. I will bear that in mind. Он не ожидал. Это я вот этим дедом играю, похожим на покойного Илью Олейника. Олейника, да. Что ты потревожил прах мертвых? Теперь, о боже. О, да. Короче, что я могу сказать? Я думаю, если вам лет от 10 до 12, ну, может, 14 там, лет, вам игра очень, может быть, понравится. Либо вы просто претесь от всего, что связано с картами, либо знаете больше, чем я, что-то об этой игре. Потому что я что-то вообще ни хрена не понимаю, чем она крута. Я какой-то запредельной офигенности не вижу. Я не вижу, чем она может заинтересовать человека. Тут присутствует намек на какую-то вариативность, на то, что карты, какая-то логика, стратегия. Я не вижу ни стратегии, ни логики. Я вижу примитивную. Я вижу здесь только примитивный файтинг и больше ничего. Примитивный, просто убогий файтинг, замаскированный под что-то большее. Вот так бы я характеризовал эту игру. То есть на поверку все кажется, что красиво и умно, а на деле какие-то уебищные бои и больше ни хера. Даже магии нет. Ну и чё, я теперь следующую карту, да? Балсрац. Что там? Дама пыли. Обалдеть. В общем, ладно, понятно. Напишите, кто знает... Кто знает, чем прикольна эта игра? Может, я просто не доиграл до того момента, где интересно будет. Три обвала, да-да-да. Три обвала, два подвала, карты, шмарты, е. Короче, что-нибудь пишите, что-нибудь жмите. По мне, так игра какая-то... Какая-то непонятная фигня. Мне не хочется называть ее барахлом, потому что она оформлена довольно эффектно и красиво, но тем не менее это какое-то говно. У меня опять вот сняли все мое здоровье. Догадываюсь, что в инвентаре у меня больше нет булавы, да? Странствующий лекарь. О боже. Пройти мимо. Давай. Сейчас я просто хочу посмотреть, что у меня в руках за оружие. Господин, опять. Опять, блядь, одно и то же. Ты заебал меня просто уже. Игнорировать. Я не хочу. У тебя щит. Я ничего у тебя не хочу. Пошел в жопу. Лабиринт ловушек. Был уже. Не входить. Там ничего интересного не лежит. Играть тоже неинтересно. Ну, опять гоблины. Они у меня типа все украли, да? I haven't seen their like in years. Excellent. Но тогда я не узнаю, отобрали ли у меня весь инвентарь, потому что у меня обобрали гоблины паскуды. Да, у меня, как видите, у меня топор в руках уже. Первый топор, а не булава. А гоблина с моей булавой не видно. То есть каждое приключение начинается сначала. Что бы вы там не слупили себе в прошлом приключении, эта вещь не перенесется в следующее, как я понимаю. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Ну, в общем, понятно. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Всем спасибо. Адьё. Я не хочу в это больше играть.